Товарищ Донцов, первый директор на Целине. Приветствую вас. Здравствуйте. Каштанов, секретарь обкома. Очень приятно. Откуда? С Кубани. Целину поднимать приходилось. Да, опыт имею. Поэтому и мрачно. Именно поэтому. А что такое? Расскажите. Такое дело задумано, а тут вот почти одна детвора. И даже есть много таких, просто беда. Отчаянный. А с ним веселее жить, даже с отчаянными. За ними удар, за вами опыт. Молодежь ведь всегда у нас была застрельщица. Да. А почему не выгружаете? Узора! Что? Вот будешь за старшего. Погружайся на санный поезд. Давай. Пойдемте. Эй! Герои будущего! Выходи! Ну вот, видишь? Ну что ж, за полгода здорово отстроились. И так ничего. Ну а как, всех вселяете в новые дома? Ведь помаленьку вселяем. Ходят слухи, что вы ходите на первое место. Ходят. Прилетит секретарь обкома и скажет. Ну что ж, так и скажет. Первое место. Хотелось бы. Ну, пойдем на праздник. Пошли.